Йоу, всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Мерон. Сегодня я бы хотел показать вам, как же изменить свой фон ВКонтакте. Допустим, на примере Хрома. Я еще покажу на примере Яндекса. Сначала на Хроме. Смотрите, вот здесь видите три точечки, нажимаете дополнительные инструменты, и здесь видите расширение. Нажимаете сюда на расширение. Вам переходит ваше расширение. Здесь вы нажимаете вот такую кнопочку, вот здесь слева получается главное меню. Заходите сюда, и здесь снизу увидите открыть интернет-магазин Chrome. Открываете данный магазин, и здесь открывается магазинчик. Набираете фон ВКонтакте, просто фон ВКонтакте. Нам открываются предложенные фоны, и смотрите, вот у того фона, у которого больше всего отзывов, то есть 2249, нам и нужно его установить будет. То есть кликайте на него и нажимайте «Установить». Так как я его уже установил, то мне не нужно его заново будет устанавливать. Я покажу, как он у меня делает мои фоны. То есть вот я вхожу на мою страничку, он у меня сделал фон, который я себе хотел. И вот здесь, видите, расширение открылось. Я могу выбрать сейчас любой фон, изменить в любую секунду. А как просто заходите, допустим, в поиск, набираете 1920 на этот фон. И вам высвечивает картинки. Вы открываете, допустим, вот эту картиночку. И здесь тыкаете, получается, правой кнопкой мыши. И здесь написано «Установить как фон ВКонтакте». Только размер экрана должен быть соответствовать, то есть у меня сейчас 1920 на 1080. Размер экрана должен быть соответствован размеру картинки, получается. Сейчас я покажу конкретно на примере Яндекса. То есть входим в ваш Яндекс, вот это ваш Яндекс. Смотрите, вверху, здесь чуть-чуть не покажет, здесь есть такая вот три точечки, да, и здесь есть дополнение. Вот, нажимаете на дополнение, вам открывает ваше дополнение, листаете смело вниз. И здесь есть каталог расширений для Яндекс браузера. Сюда кликаете, ждете чуть-чуть, и здесь вводите опять же фон ВКонтакте. И сразу первое открывшееся приложение, это вот это, вы его устанавливаете, и у вас также в Яндекс браузере позволит изменить фон. Вот, и вы его сможете сохранять, то есть я, допустим, смогу сохранить фон, и сейчас в любой момент могу поменять. Вот, то есть у меня другой фон стал, да? Это очень удобно, потому что если ты хочешь другой фон, то, пожалуйста, можешь поменять на твое усмотрение. А так, я думаю, многим видосик понравился. Ставь лайк, подписывайся на канал Мерон. Всем пока, всем удачи, буду искренне благодарен тебе за подписку.